Ну, это был, да, такой небольшой авианалет с точным бомбардированием. Но, слава богу, сейчас у меня есть возможность опровергнуть все вымыслы, домыслы и слухи о том, что наше подразделение уничтожено. Как говорит украинская СМИ, самая крупная пророссийская, и даже больше того, назвали нас российским подразделением, крупнейшим российским подразделением военным. Якобы мы уничтожены все, и была информация, что сейчас подсчитываются жертвы. На самом деле жертв нет, все живы, здоровы. А учитывая то, что нас украинские СМИ похоронила, значит, жить мы будем долго. Ну, это был, да, такой небольшой авианалет с точным бомбардированием. Но, слава богу, сейчас у меня есть возможность опровергнуть все вымыслы, домыслы и слухи о том, что наше подразделение уничтожено. Как говорит украинская СМИ, самая крупная пророссийская, и даже больше того, назвали нас... Thank you.
российским подразделением, крупнейшим российским подразделением военным. Якобы нам и уничтожены все, и была информация, что сейчас подсчитываются жертвы. На самом деле жертв нет, все живы, здоровы. А учитывая то, что нас украинская СМИ похоронила, значит, жить мы будем долго.